Алло, либо френды. Хоть-то я имею две посылки. Отдавать на почте мне их тоже не хотели. А причина у них такова, что говорят, не ваш номер, не то, не то, не то. Так, фокус-то введен. Сейчас подрегулируем. Да, все. Наведено. Скажите, как снимаю на камеру новую. Блин, и попал еще по ремешку. Не знаю. Аккуратно на. Так. И что же это может быть? Две посылки мне прислали. Ремешка. Так, отверточка еще тут. Положили так, чтобы не достал я. Снимаю на новую камеру Canon 600D. А что я вообще хочу сделать? Хочу сделать апгрейд себе. Так, видно, что руки, фокус доводится только внизу. Это у нас отверточка вот такая для того, чтобы браслет подставить. Подогнать еще под часы. Вторая посылка у нас аналогичная. Браслет, только слегка иные функции их. Там кричит это, то что воду привозит. Вот такие у меня часики. Фокус сейчас делаем на них. Вот, данные часы у меня вот такие. Что я хочу? Я хочу затереть вот это черное, полностью убрать и заменить ремешок. Так, часы очень хорошего качества. Покупал себе их сразу я Fairbraucht, бэушный. И хочу заменить ремешок, как один заказывал, не пришел. Оказалось, что он пришел. И что же с ним случилось? Два вот таких ремешка даже не открыть можно. Все открыть можно. Но вот этот гораздо дороже. Хотя по качеству я отличий не вижу. Нет, хотя видно, смотрите. Один больше, другой меньше. Они не открываются так. Но механизм бабочки, вот как вот этих у оригинальных. Что буду ставить, пробовать и уже смотреть, как будут смотреться до часика. Даже отношение, видите, разное к часам. Просто возьму, откручу ремешок. Ну, чего-то мне так не хочется. Еще даже как бы с вот этими часами я не сильно так наигрался, чтобы уже ставить другой ремешок. Ну, все будет как бы на практике. На практике все будет. Все, фокус отрегулирован, все снимается суперски качественно. Поменяю, посмотрим. Просмотрим, как данные часики будут смотреться именно на моей руке. И проверим все. И я. И вот уже, как вы можете увидеть, готовы часы. Вот такие. Готовые часы. Вот такой ремешочек у них. Бекл. Вот смотрите, вот такой. И они очень хорошо садятся. И все закрыты. Часы бомба. Супер.
Тиш. Супер. Дизе. Воч. Чао.